А сегодня хочу вам порекомендовать паблик Catacombs Lens. Тут сливаются каждый день приватные моды, логи и аккаунты. Также каждый день итоги лучшего лайкера дня. Каждый день. То есть у каждого есть каждый день шанс выиграть логи или аккаунт, просто лайкая посты. Также если вы напишите боту /Tofik, вы получите приватные моды и логи. Также промокод #Tofik дает скидку 40% на все товары. Ссылка будет в описании. Нихуя там Женя Буэна, блядь, с ножа кого-то ебанул. Откуда, блядь, у него нож, нахуй? У челика может быть нож? Он нофнулся, блядь. Ну мы подождем, сука, Женька, и накажем его конкретно. Женя, а можно в офлайне? Варн, да? Да, можно в офлайне человека заварнить. Давайте мы его заварним в офлайне. Потому что, блядь, с ножом, ну это пиздец, нахуй. Нож, блядь, нахуя ты его... Варн, может он, кстати, уже зашел? Давайте проверим. Ид. Так, ид Женя Буэна, блядь, сейчас, ид Женя Буэна, не, Женя Буэна понял, блядь, что ему пиздец, нахуй, потому что он спалился с ножом в килл-листе, как бы, ну, почему-то админы не отреагировали на это, возможно, не заметили, вот, но хорошо, что я заметил, так что мы сейчас, блядь, его накажем и дадим ему варн на 20 дней, оф, варн, пользователь в сети, зашел, ид Женя Буэна, варн, 4-4-5, 14-й, сука, левел, нормальный аккаунт, блядь, зачем? Просто не... Опять, сука, нож! Как ты себе ножик сделал? 14 левел, блядь. Берет просто на похуизме и делает себе нож. Застряла фура, помогите, пожалуйста. Так, давайте, Гота 197. Бля, жалко братика. Пиздец! Я так его понимаю! Я сам был, вот, дальнобойщиком, когда... Вот, и я понимаю, как это обидно, когда вот челик работал. И... Просто, блядь, вот такая вот хуйня случилась. Я понимаю то, что я ему фуру уже не спасу. Никак. Давайте спросим, на сколько груза было? 24 тысячи. Я ему верну эти 24 тысячи, даже 25. Одна тонна пропала. Ну, я ему верну 25 тысяч, блядь. Спасибо, автобусник, блядь. Ну, как бы тоже. Я вот сейчас неправильно тоже поступил, потому что это все-таки РП причина. Попал в аварию, типа ты проебал деньги. Я просто, знаете, когда я увидел эту картину, я вспомнил именно себя, как я в похожей ситуации проебал груз. Ну и что этот микрочелик будет делать? А, ну понятно, понятно. Но он уже так троих убил, так что я ему даю джайл 316. Давайте на 120 ДМ в ЗЗ. Ой-ой-ой, это я телепортировался удачно, вы видели? Я телепортировался... Ебать, вот эти два челика охреневшие, они просто здесь дэмили механиков. Давайте мы их теперь посадим в КПЗ. Я думаю, их надо за такое посадить на 80 минут ДМ. Так, раз. И это был не я, если что. Все-таки у меня на фрапсе видно то, что ИД-45 тоже стрелял. Правда, неизвестно по кому, но он стрелял. Так что давайте мы его тоже в КПЗ посадим. Давайте ГОТА 45. А, игрок офлайн. А он офнулся. Офнулся он знал, потому что я пойду пересматривать фрапс. Я его сажу в прессон. Давайте мы его посадим. Вот, офф-прессон. Давайте на 90 минут. Плюс он офнулся резко. Я думаю, это стоит того, чтобы так челика наказать. Он в Адос Дипсайз чисто на мэрии дэмится. Давайте посмотрим. Ну, тем более еще своих. По своим стрелять зачем? Я не понимаю. Прессон. Давайте 117. Ну, давайте на 30. О, не-не-не-не-не. Мы его на 60 теперь садим за это. ДМ в ЗЗ. Давайте, может, дальше понаблюдаем. Сейчас он забежит и будет дальше кого-то убивать. Или нет? Нет, у него пропуска нету. О! У меня... Что? У меня просто крашнулась GTA. Вот. Я охреневший. А вы смотрите, Вадоса Дипсайза тоже теперь в сети нету. Самое интересное. Ну, давайте офф-прессон. Офф-прессон Вадос Дипсайз. Тайм, ну, я хотел его посадить на 30, потом, когда он начал другого стрелять, я захотел его посадить на 60, плюс еще он офнулся. Так что, я думаю, мы его оформим на 85 минут. Ого, ни хрена себе. А это Клео Плюсе, походу, слышите? Давайте понаблюдаем. Да, это Клео, блядь, Плюсе. Клео Плюсе или Аим? Ну, блядь, возможно и то, и то. Блин, очень сложно. Ну, я уверен на 100% то, что там было Клео Плюсе. Давайте мы его просто заварним за Клео Плюсе. Я в этом уверен на 100%, там оно было. Просто даже сами сейчас пересмотрите и гляньте на это. Так, ну чё, варны, я отправляем ему, давайте, на 20 дней Клео Плюсе. Клео плюс Сэм. And, я не знаю, ну а им указывать не будем, ибо я во имя не уверен. Там достаточно было просто быстрого рапида и все, как бы. Ну чё, пока, братик, удачки тебе.
Ну вот, блядь, бичара чисто дэмит на респауне. Ну, давайте мы его просто посадим на 60 минут в КПЗ, ДМ как. Так, давайте понаблюдаем. Ну вот, смотрите, как он бегает. Ну я уверен, что у него Б6, прям убейтесь. Ну я прям с ней играл, и я прям чувствую, как он бегает с ней, вот. Смотрите, как у него жирный, сука, бегает быстро. Нет, блядь, это Б6. Варн, 15, 20, Б6. Смотрите. Им вообще похуй, жирный тупо, блядь, бегает так, будто самый худой в мире. Вы посмотрите, он на лестницу за секунду поднимается. Все, на 20 дней, нахуй. Отдыхаешь, братик. Ну, это вообще нагло. Ну, вот это видно. Вот это видно, у челика нету ни аима, ничего. Спокойно так попадает, стреляет. Точнее, вообще не попадает. Вот давайте за этим понаблюдаем. Но этот уже так разыгрался. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ты будешь делать сейчас, братик? Надо подрубить, наверное. А вот это тоже Б6. А вот это тоже Б6. Что, блядь? И он подлетел просто, блядь. Все хиты дал. Давайте еще раз наблюдать. Так, ну, наблюдаем еще раз за ним. Давай. Смотрите, он вообще за секунду. Нет, это аим. Нельзя так стрелять, нельзя так попадать. О, его зафризили. Он даже в анимации попадает в челика. Это у него антистан. Вот, он уже на Б6 бегает. Смотрите, это Б6. Он не может так быстро бегать. Я сейчас еще раз за ним наблюдаю. Я просто вот тот человек, который проверяет по 100 раз, но человека точно накажу, если он виноват. Смотрите, он, во-первых, на Б6 бегает, это раз. Видно, видите, как он быстро двигается? Тихо, сейчас он будет вообще камбэк делать жесткий. А не. В общем, мне достаточно то, что я увидел. Я просто варним за аим и за Б6. Б6 у него есть 100%, то есть это уже варн. А, насчет аима, ну, давайте напишите вы в комментариях, как вы считаете, есть у него аим или нету. Я считаю, я уверен, то, что у него есть аим. Он резко, очень сильно выходил и убивал людей. Так что я ему даю варн на 20 дней за аим плюс Б6. Вот, все. Давай, сбей анимочку, братик, сбивай, сбивай. Ох, красавчик. Ой, здравствуйте. Присон, да. Маме привет. 40, 148, ну давай, сбив. Все, ебать, сиди, братик, отдыхай. Следующий. К маме, так сказать. Все, Максончик, нахуй. Приготовлю присон для Максончика сразу. Давай, давай, Максончик. Ты должен сбил. Тащить. Ой, красавчик, Максон, Максончик. Сбив, нахуй. Опа, ебать. Ой, минус Максончик. Ну, сбивай. О, сбила, сбила, ты видел? На 2 часа сажаю, блядь. Не, на час сажаю. Ты еще этот сбил, ты видел? Видел. 126, 60, сбив тоже от... Минус 2. Ого, нихуя он, блядь, плюс сэшит. Ого, блядь. Ебать, не, это клево. Сань, забей, блядь, это... Подожди, может ты... Подожди, давай посмотрим, я... Ну да, не, это клево плюс С. Но анимку он не сбил, кстати. Давай дальше понаблюдаем. Сейчас посмотрим, как он будет стрелять. Если так как с пулемета, то варн сразу даем его. Давай, 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 залетай. Не-не, такого быть не может. Сейчас. Не стреляет. Смотри, ну не. Он даже, когда у него патроны заканчиваются, понял? Он еще хочет стрелять, понял? Походу, читы все-таки. Ну да, я думаю, это... Да, это клево плюс С. Да, это клево плюс С, я его, короче, варню тогда. Но это шестой ранг, это шестой ранг. Да, шестой. Варн, 88, Лео плюс С, грув 6. Все. Давай, давай, тащи, тащи. Тут надо анимку сбивать, братик, давай, давай, давай. Ну, сбивай, сбей анимку, пожалуйста. Красавчик, просто молодец. Прессон 112, сбив. На нахуй, ебать. Ебать ты, ебать, тут, знаешь, и жестко наказал. Да, да.